Я знаю, что мне повезет, и мне действительно везет. Во-первых, потому что я работаю на телеканале «Самара ГИС», а во-вторых, потому что мне доверили вам нести радость, нести какие-то удивительные призы, подарки, радовать вас билетами, пригласительными, ну, в общем, приносить ту самую, мне кажется, искру в наши с вами отношения. Почему нет? Сегодня, друзья, мы подводим итоги очередного розыгрыша, который мы организовали в нашей группе ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. Нужно всего лишь навсего вступить в нашу группу, обнаружить объявление о розыгрыше, сделать репост себе на стену, не удалять до подведения итогов, ну и, конечно же, оставить свой порядковый номер в комментариях. Ну и, друзья, не путайтесь и нас не путайте. 90 бочонков в мешочке, мы играем по принципу лото, поэтому до сих пор мне непонятно, как вы нас еще не услышали, потому что комментарии после 90 по-прежнему остаются и вплоть там до 150 иногда доходит. Держите себя в руках. Ну а сегодня держать в руках наш мешочек и вытаскивать счастливые бочонки будет режиссер-постановщик телеканала «Самара ГИС» Евгений Филин. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Так, Женя, скажи, пожалуйста, ты сейчас со мной. Кто же нас в эфир выводит? Что-то чудо происходит. Не скажу. Секрет. Секрет. Секрет фирмы. Да, секрет фирмы. Ну, скажи, пожалуйста, вот ты, наверное, все-таки тоже достаточно долго работаешь на телевидении, вот уже кухню знаешь всю изнутри. Что самое, может быть, для тебя запоминающееся в твоей работе, самое важное, самое главное? Качественный эфир. Качественный эфир? Да, это самое важное. А когда люди узнают, что ты работаешь на телевидении, что говорят? Да меня еще пока не узнают. Но после этого эфира, я думаю, обязательно будут узнавать. Везет ли тебе в жизни? Удавалось ли что-нибудь выиграть? А вот мы сейчас проверим. Ага, проверим. Ну, давайте, друзья, проверять, потому что в данный момент в руках я держу пригласительные билеты в замечательный наш Самарский театр «Самарская площадь». Два пригласительных. Первый у нас победитель отправится на спектакль «Наш городок» 22 апреля, а второй на удивительный спектакль «Алмазный мой венец» 23 апреля. С пользой для души и тела проведите время в приятной компании в эти выходные. Ну что, предлагаю тянуть первый бочонок своей рукой. Счастливый, как сказал Евгений. Да. Что там за номер? Три. Номер три. Вот так вот далеко не ушли. «Наш городок» — это спектакль, на который вы, наш победитель, отправляетесь. Еще есть один. Сейчас еще вытянем. Удивительные подарки на двоих. Пригласительный в театр. И это номер... 31. Номер 31. 3 и 31. Что, тройка? Счастливый твой какой-то номер? 13-го для полного счастья не хватает. Действительно. А нет, если развернуть, в принципе, 31 будет 13. Нет, не путай наших зрителей. 3 и 31 таковы выигрышные номера. Страшно ли ощущать себя здесь в эфире по ту сторону? Юль, ну я, в принципе, уже столько лет работаю на телевидении, для меня это не страшно. Не страшно. Ну, друзья, вы также можете очутиться здесь, на месте Евгения, на месте любого из наших гостей, кто приходил к нам тянуть бочонки. У нас в группе есть обсуждение, записывайтесь на участие. Вдруг вы или ваш ребенок, или ваша девушка, муж, бабушка хотите здесь у нас побывать, милости просим. Мы прямо сейчас запускаем очередной розыгрыш. Ну, а Евгений всем вам здесь с высоты своего места, с высоты режиссера-постановщика телеканала будет желать удачи. Жень, ну ты знаешь, какую камеру. Да, я, конечно, естественно, знаю. Я всем желаю удачи. Играйте, выигрывайте. Здесь все честно. Не подкопаешься. Это, кстати, мы не репетировали. Вам спасибо, друзья, хорошего настроения. Увидимся уже завтра.